Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это парка «Цветочное настроение». Ну что ж, самая выгодная цена в преддверии осени – это то, что нужно. Но сейчас, я считаю, эта парка нам тоже очень даже бы пригодилась. Знаете, у меня была одна парка «Ветровка», которая вроде бы от ветра так более-менее защищала, но она промокала. Я никогда не забуду, как я жутко на нее разозлилась. В общем, сейчас висит у меня в гардеробе наказанная, скажем так, больше ее не ношу. Она вообще не защищает от дождя, она жутко промокает, и прям даже следы, разводы остаются. Вот такие ветровки, понимаешь? Оль, ну вот с паркой «Весеннее настроение» ты точно не расстанешься, потому что это самая настоящая парка-ветровка от бренда «Благов». Она не промокает, она не продувается. Посмотри на этот великолепный сочный принт. Ну почему осенью мы должны ходить однотонные, серые, скучные? Нет, даже осенью мы будем расцветать красками. Ну почему только осенью и летом и весной тоже? Точно. Согласна. Вот я говорю, уже 2 дня подряд вот эта парка бы мне тоже очень пригодилась. Смотрите, 3 цвета на выбор. У нас есть черный на Екатерине Шестерковой с яркими цветами. Напомню, что сегодня тема нашей передачи – это лето в нашем гардеробе даже в дождливые дни. Далее, бирюзовый цвет выбирает для себя наша Виктория. Посмотрите, тоже с яркими цветами. Такой вот небесный, да, под цвет глаз берем. Виктория очень хорошо подходит. А мне очень нравится зеленый цвет. Он действительно яркий, он как яркий изумруд. Невероятно Татьяна украшает. Знаешь, вот этот тип зеленого, который идет вообще всем. И блондинкам, и брюнеткам, рыжих прекрасно будет оттенять. Итак, у нас 3 цвета. Уникальная сочетаемость. Плюс ко всему, наша парка-ветровка еще и способна менять силуэт. Но ты представляешь, мы можем его подстраивать под себя в зависимости от образа, который мы сегодня с утра надели, и от настроения. Слушай, вот я хотела тебя спросить, знаешь, вот когда мы выбираем для себя верхнюю одежду, хотелось бы, чтобы она сочеталась с нашей повседневной одеждой. Угу. Может, есть какие-то рекомендации? На самом деле парка абсолютно универсальна. Посмотри, мы можем ее подстраивать под себя. Вот, кстати, сейчас видим, как мы капюшон можем подстроить. Она цветная, то есть цветовых сочетаний здесь абсолютная масса. Оля, она подходит под брюки, под юбки и под платье. Мы можем потянуть кулиску, изменить силуэт, вот как сделала ты, и сделать ее чуть короче. И полностью абсолютно себя защитить. Вот это самое главное, потому что все-таки кроме яркого принта, да, эксклюзивного, кстати, специально для нас созданного, у нас здесь еще и особая ткань, которая не будет пропускать воду. То есть не только красивая, но еще и практичная. Это мы докажем прямо сейчас в прямом эфире. Сегодня действует цена 3499 рублей. То есть скидка сегодняшнего дня 2500 рублей. Для тех, кто любит экономить максимально, спецпредложение дня. Парка «Цветочное настроение». Размеры от 50 до 60. Как правильно вот девчонки выбирали для себя? Смотри, размер? Здесь все просто. Мы берем размер в размер по размеру верху. Она у нас трапециевидная, то есть в бедрах она в любом случае сядет идеально. Вот, например, Катерина у нас 54 размера. Парку «Цветочное настроение» выбрала также 54 размера. Угу. Я тоже по груди вот ориентировалась, 52 взяла, угу. Прям вот идеально все сидит. Ну что ж, друзья. Знаете, что мне нравится на телеканале Shop&Show? Что мы все проверяем здесь, сейчас, в прямом эфире. Когда приходишь в магазин, и если захочешь что-то, прям, знаете, там, проверить, потереть, нас могут выгнать из магазина, правильно? Никто этого в магазине не позволит вам сделать. Давайте прямо сейчас проведем эксперимент. Дождь в студию! Давай, итак, лей. Давай проверять. У нас действительно абсолютно водоотталкивающая ткань. На самом деле, это необычная плащевка, к которой мы привыкли. Это особое переплетение нитей. Посмотри, какой водоотталкивающий эффект. Именно благодаря этому эффекту, ты видишь, все капли, словно горошины, отталкиваются от парки ветровки. Именно поэтому мы можем быть спокойными в самый проливной дождь. Не нужно таскать с собой зонт. Вот она, мягкая парка. Причем, посмотри, какая мягкая ткань. Она не жесткая, она действительно гладкая и приятная к телу. Наташа, ты хулиганка, я смотрю. Ты даже не дождь, а ливень нам сейчас показала. Ты смотри, если мы вдруг забыли зонтик,
Мы взяли, надели на себя парку, надели капюшон и не промокли. Правильно я тебя понимаю? Ни в коем случае, действительно, мы останемся абсолютно сухими благодаря именно особенностям переплетения нити в ткани. Плюс ко всему, парка «Цветочное настроение» еще и неплохо удерживает тепло у нашего тела, потому что внутри у нас есть подкладка. И подкладка эта не пришита. Подкладка у нас, мало того, что качественная, приятная на ощупь, она сделана тон в тон, и мало того, посмотри, она вот такую дополнительную воздушную подушку образует. Также у нас подкладка и в рукавах в том числе, поэтому эта подушка нас еще и будет дополнительно согревать. Вот мы видим изнутри высочайшее качество. Друзья, сегодня действует скидка 2500 рублей. Вот сейчас минуточку внимания. Когда начнется активный сезон дождей осенью, вот такие стильные парки будут стоить от 5-6 тысяч рублей минимум. У нас эксклюзивная парка бренда Благов. Она не продается ни в одном другом магазине. Это эксклюзив, можно сказать, который шит специально для вас. Она непромокаема и сегодня со скидкой. Готовьтесь прямо сейчас к дождливому сезону. И даже когда будет дождик, у нас все равно будет отличное настроение. Теперь осень принесет хорошее настроение с брендом Благов. Но это действительно хорошее настроение с учетом того, что осенью мы будем ходить с ярким эксклюзивным принтом, который сделали специально для нашего телеканала. Здесь принт у нас, Оль, очень качественный. Это достаточно трудоемкая система печати. Сублимация называется, когда методом термического парового скрепления у нас получается, что рисунок переносится именно на ткань. И поэтому рисунок остается ярким, рисунок остается сочным. Даже после стирки в стиральной машинке он останется вот таким же цветным, таким же сочным и будет радовать вас. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Добавьте ярких красок в ваш дождливый гардероб. Если сегодня вы выберете специальное предложение, вы сэкономите 2500 рублей. Три цвета на выбор. Размеры от 50 до 60. Но самое главное, это наше здоровье. Промокать не будем, значит, ну, все прекрасно, не промокшие, значит, не заболевшие. И это наша красота и настроение. Обычно верхняя одежда у меня ассоциируется только, знаете, вот защитила от природных явлений, но никак не с красотой. Посмотрите, какие здесь яркие цветы. Наташ, мне очень нравится, что все-таки парк у нас такая женственная, цветущая, но... Очень важный вопрос, как правильно ухаживать за паркой, чтобы ничего не стерлось. Очень цветочка. Легко, Оля. Прохладная вода, 20 градусов, деликатная стирка в стиральной машине, и цветы навсегда останутся с нами. Но что самое главное, эту парку мы легко можем взять с собой с утра. Но представляете, вы обычно берете с собой зонтик, ну, который не всегда нас украшает. Тут парка размером с зонтик. Вы легко ее можете положить в свою дамскую сумочку, ведь погода сейчас очень переменчивая. А тут компактность зонтика, но при этом стиль яркого бренда. Это гораздо приятнее, чем зонтик, правда? Кстати, обратите внимание, что мы все по-разному по длине носим нашу парку, об этом чуть позже.